томат, сорт называется Император Чуфу. Вот такой вот шикарный сорт среднего срока созревания, который составляет 110-120 дней. Шикарнейшее растение, высоту может достигать до 2 метров. Тоже отличается очень крупным растением, очень мощные стволы, листва шикарная. И вот такие вот шикарные плоды на кусту. Формировать этот куст тоже нужно в 2 стебля, потому что дает очень много пасынков. И этот сорт отличается крупными плодами. Они плоскоокруглые, с небольшими ребрышками. Вот посмотрите по сравнению с моей ладонью, какие плоды у этого сорта. Замечательнейший сорт. Мне он очень нравится. Этот сорт относится к салатным. И еще у него есть такое достоинство, что плодоносит он до глубоких заморозков и приспосабливается к температурным изменениям. Вот хорошо видны ребрышки у этого томата. И забыла сказать, этот сорт относится к китайской селекции. Листва, и на кусту множество вот таких вот крупноплодных плодов. Плод цвета морковно-оранжевого, весом бывает до 600 грамм. Взвесим этот плод, 496 грамм. Разрежем его. Вот такой вот и сахаристый, мясистый, многокамерный, сочный томат. Сладковатый на вкус. Подходит для приготовления салатов, так как очень крупный, и для консервирования цельноплодного не подходит. Но подходит для приготовления и соусов, и паст, и пюре для домашнего приготовления. Очень вкусный, сладкий, сахаристый сорт. Сорт подходит для выращивания и в открытом грунте, и также легко его можно вырастить и получить хороший урожай в теплицах.